Всем привет! Мы на даче и записываем ролик по обработке винограда. По первой обработке винограда книги рекомендуют нам обрабатывать либо бордовской жидкостью, либо медным купоросом. Либо медным купоросом под 3% раствором. Я боюсь 3% растворов, как-то один раз это поджег виноград и предпочитаю 2%. Сразу же. Либо 2% бордовская жидкость, либо 2% медный купорос. Инструкция очень простая. Как бы мы смотрим на виноград, смотрим этап, когда у него почечки чуть-чуть начинают открываться. Мы видим, что по открывающимся почкам мы начинаем обрабатывать. Берем и разводим. Для бордовской жидкости вот внутри два таких вот пакетика по 100 грамм купороса и окись калия. Мы разводим в двух банках. В одной банке мы разводим окись калия, в другой банке разводим купорос. Для того, чтобы у нас была тепленькая водичка, легко все разбавилось, мы набираем чайник. Вот я набираю литровый чайник воды и литр холодный. Колодца. Идет у нас купорос в одну банку, окись калия в другую. Здесь у нас по 100 грамм, мы будем опрыскивать 10-литровым опрыскивателем на 10 литров. И, соответственно, делаем 2%, 100 грамм купороса медного и окись. Купорос у нас и так легко растворяется. Для этого теплая вода нужна. Только не больше 50, насколько я помню, не больше 50 градусов должно. Мы будем обрабатывать молодой виноградник, ему год. Это ряд сортов, которые я посадил вообще. У меня будет посажено около 28 сортов, которые я выбрал со всех стран мира. И тепленькая водичка. Литр теплой воды, литр холодный. Перемешиваем все. Мне, наверное, нужно где-то на это, чтобы постояло. Я жду, пока перемешаю один раз. Жду, пока постоит минут 5. Может быть, где-то 5-7 минут. Постояло. Все смешали. Залили в опрыскиватель и долили до 10 литров. Все помешали и пошли. Обрабатываем землю. Земля — это важно. В ней всякие гадости. Немного, сильно не надо. Обработали. Это однолетний куст, кишмиш запорожский. Идем далее. Очень вкусный. Очень вкусный виноград памяти домов. Все кусты однолетние, сажались в августе даже, с утра и севером, в августе или в июле, скажем, не помню, вот написано. Смотрите, у нас что? А может,
Черный Султан. Итак, обработка винограда у нас первая по открывшейся почке, это первая обработка бордоской жидкостью, она смесью завершилась. Мы обработали виноград, это первая наша обработка, которая проводится после зимы. Мы убиваем там всех микроорганизмов, все грибки, все бактерии. Это в основном делается по мильдию, от такой противной заразе в винограде. Это молодые кусты, которые мы высадили на участке. Мы на них проводим вот всякие разные эксперименты. В ближайшее время ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Канал будем стараться вести более тщательно, больше выкладывать видеороликов про виноград. Как раз сейчас это возможно делать, потому что это на сдаче, мы здесь не так часто бываем. А сейчас самоизоляция нам позволяет снимать много видео. Следующее видео мы постараемся выложить, как мы выращиваем из черенка виноград. У нас много разных сортов. Всем пока!